Итак, сегодня рассмотрим примордиалистский подход в этнологии, его основные методологические возможности, проблемы, с которыми он сталкивается, и в целом историю примордиализма. Прежде всего стоит отметить, что этническая идентичность – это такой неоднозначный предмет исследовательский, поэтому идентичность сталкивается с многими такими идеологическими интерпретациями, политизированными и эмоционально обусловленными. В этом смысле не хватает работ в духе такого позитивизма. Примордиализм обычно определяют как некоторый анализ либо психологических особенностей восприятия чувства принадлежности людей к определенной этнической группе, либо как некий анализ таких объективных особенностей этничности, которые вот лежат в биологическом русле или в биосоциальном. Этот подход сформировался достаточно давно. Собственно, он был одним из первых подходов в этнологии еще в период колониальных захватов, период колониальных войн. Поэтому некоторые современные исследователи, они проводят такую связь между примордиальными подходами и подходами, сформировавшимися в эпоху господства расизма. Это не всегда корректно. Вот, но в любом случае нужно сказать, что биологические науки, они больше оказали влияние на примордиализм, чем все остальные. И многие примордиальные исследования послужили таким обоснованием идеологическим исследованиям в области, например, этнической медицины, медицинской антропологии. Поскольку вот для исследователей этих направлений было очевидно, что есть некоторая связь между людьми в рамках одного этноса, и есть различия, которые можно описать, например, с точки зрения генетики. По крайней мере, такие попытки были в прошлом, и они, собственно, и сейчас продолжаются. Конечно же, этот подход, который, так сказать, ставил на первое место биологический фактор формирования этнического поведения, он сталкивался с серьезной критикой, поскольку, собственно, сама социальная наука предполагает именно анализ такого общественного фактора. То есть роль взаимодействия людей в поведении. И во многом этот подход связан с дискуссией о соотношении социального или биологического в поведении человека. То есть, собственно, большая часть исследователей XIX века пытались свести поведенческие процессы или феномены сознания к биологическим склонностям людей. Например, вот теоретики того периода полагали, что человеку изначально в биологическом отношении присуща способность классифицировать предмет. Отсюда Жан Пиаже выводил стремление ребенка к когнитивному научению и формированию дихотомии свой-чужой. Современные примордиалисты используют биологическое скорее как метафору. То есть примордиализм стремится связать чувственное восприятие внешних признаков этничности, таких как, например, язык или этнические самототипы, с неким ожидаемым социальным поведением человека при помощи причинно-следственных связей. Ну и, собственно, в XIX веке вот эти представления о связи биологического и социального были достаточно популярны, и многие философы того периода, например, Габина, они полагали, что социальные дефекты современного общества, такие как наркомания или алкоголизм, это результат неудачных межэтнических и межрасовых смещений. Наиболее классическим примером вот обоснования этой позиции были труды итальянского криминолога Чезаре Ламброзо, который писал о существовании людей преступного типа. Понятно, что как бы сейчас это не подтверждается, однако есть некая роль наследственных факторов в агрессивности человека, например. Было большое количество исследований в области бихеверальной генетики, и они установили, что генетические дистанции между автохтонными группами
относительно невелики, если они проживают в рамках одного региона, а крупные этносы, живущие на разных континентах, генетически удалены друг от друга. Одним из таких следствий вот этих выводов стал анализ генетических дефектов. И во многом, собственно, вот изолированные сообщества анализируют с точки зрения накопления генетических дефектов. Ну, собственно, об этом писал Ричард Доукинс, но не только. Достаточно большое количество работ в этом русле. В любом случае, сторонники примордиалистского подхода не подчеркивают на значимость естественного отбора. И как бы они рассматривают традиционную группу как продукт этого отбора. Если есть большое какое-то количество генетических заболеваний, то это означает, что предшествующая история она была не так удачна. То есть многие традиционные группы они не живут вот в гармонии с законами природы, поскольку ну, поскольку очень часто вот, проживание самих этих групп в изолированных территориях и так, большое количество родственных браков они, в общем, ослабляют эти сообщества, и что является одной из причин вот, эпидемий в том числе. А на философском уровне идеал примордиалистов, он существует в неком в прошлом времени обычно. То есть очень распространены представления вот, сторонников примордиализма о том, что у группы существовал некий золотой период. Особенно в 90-е годы, когда произошла актуализация вот этих этнополитических процессов на Кавказе, практически у всех этнических групп было представление о неком идеальном периоде времени, который был нарушен, ну, в частности, Российской империей или советской властью. Но нужно сказать, что вот представления об этническом идеале не постоянно меняются. И это одно из условий для сохранения этнической группы. Более того, вот даже, так скажем, сторонники примордиализма, жесткого примордиализма, они очень часто идут на некие компромиссы в зависимости от ситуации. Например, в 70-е годы Южноафриканская республика были довольно российским государством. Но также в 70-е годы возникла вот необходимость экономической связи с Японией. И тогда политические власти ЮАР, ну и совместно с местными учеными, создали отдельную категорию специально для японцев, чтобы они не воспринимались как остальные азиаты. То есть для них была создана такая особая расовая категория, чтобы японцы не дискриминировались, а наоборот у них были некоторые преимущества. В этом смысле вот сам по себе образ примордиалистов, он довольно такой гибкий. В принципе, он может подстраиваться под ситуацию, если есть какая-то в этом экономическая необходимость. Есть достаточно большое количество разных примордиалистских направлений, как я уже упоминал, и в рамках генетики, то есть наиболее перспективной, в рамках географии. Есть один из вариантов так называемого инвароментального примордиализма, то есть это анализ неких таких био-геохимических факторов, анализ среды внешней. Ну, в частности, исследователи вот в этом направлении указывают на некие там, йододефицитные патологии, например, и вот наличие дефицита йода. Или вот, скажем, на роль вот, особенности местности в горах на процесс этногенеза, например, избыток лития в питьевой воде или высокий радиационный фон. Но это, по мнению сторонников этой теории, оказывало влияние в том числе и на поведение людей.
Понятно, что как бы вот этот биологический аспект социального поведения достаточно сильно критикуется. На самом деле не так уж и много в социальном поведении вот каких-то таких факторов или каких-то ситуаций, которые вот абсолютно носят такую четкую биологическую природу. То есть понятно, что если, допустим, у младенца есть некоторые генетические нарушения, то, в общем-то, биология будет предопределять его поведение. Но вот за исключением таких крайних примеров, большая часть поведения человека носит социальный характер, и найти какую-то такую жесткую биологическую основу очень сложно. Конструктивисты – это другой спектр, вот, собственно, такого теоретического пространства в обсуждении этничности. Они придерживаются по всем позициям прямо противоположных подходов. То есть, если, по сути, это такой вот вывернутый наизнанку примордиализм, то есть там, где примордиалист ставит плюс, конструктивисты ставят минус, ну и наоборот. Прежде всего, вот, отвергается биологическое в человеке, либо как плохо изученное, либо как сложно изучаемое. И кроме того, это, как правило, всегда некая политизация, то есть приоритет биологического над социальным, по мнению конструктивистов, носит характер некого российского подтекста. На самом деле был в свое время вот Нобелевский лауреат, который открыл ДНК, он высказывался в некоторых своих интервью о том, что, например, африканцы вот с генетической точки зрения не очень способны для какой-то определенной деятельности, и это привело к большим проблемам для, при том, что он был Нобелевский лауреат уже к тому моменту, и всемирно известный ученый. Вот, но в его Гарварде его там как-то затравили. Не помню точно, вот он потерял ли он там кафедру или нет, но какие-то были отрицательные последствия. В этом смысле любые вот ссылки на некие объективные биологические различия, они критикуются. И биологическое связывается вот с политикой, вот, вот стремлением указать о том, что ну, вот, какие-то низменные биологические инстинкты, они недостаточно вот, носят такой гуманизированный характер. Ну и, собственно, понятно, что такие аргументы не часто бывали уже в истории научной мысли. На таких же основаниях вот, гуманистически критиковали теорию Дарвина, там, теорию Фрейда, борьбу за существование Гумпловича, бихевиоризм. То есть любая теория, которая изучает бессознательный или биологический компонент человека, она категоризовалась как примитивная. Но, как заметил Конрад Лоренц, возможно, наши достижения в области кишечной хирургии основываются в значительной степени на том факте, что деятельность этих органов не вызывает никакого восхищения. Итак, примордиализм – это одно из основных направлений в области исследования этничности наряду и с другими. И в целом, как бы, несмотря на критику, несмотря на все заверения о том, что примордиализм, так сказать, умрет и прекратит существование, в общем, этот подход до сих пор довольно активный и методологически плодотворный.